Всем привет! В этом видео я расскажу, как правильно спать на твердой поверхности и зачем это нужно делать. Этот прием, конечно же, очень древний и кажется, что его все знают. Но вот часто бывает так, что все знают о какой-то классной фишке, но никто ее не делает. И потом ты вспоминаешь, такой, йоу, блин, как это классно. Но также стоит учитывать тонкости, потому что мелочи нередко бывают ключевыми. И нарушив пару ключевых деталей, можно получить вот такой вот результат вместо вот такого. Спать на твердой поверхности нужно не для того, чтобы лежать там в позе трупа на спине, не пошевелившись, полагая, что ваша спина от этого будет ровнее, как это советуют обычно людям с кифозом. Фишка не в том, чтобы вы лежали ровно и как бы упираясь своим горбом, выравнивали себе спину. Фишка в том, чтобы вы постоянно крутились, потому что если вы спите на твердой поверхности, невозможно уложиться как-то сгорбившись, скрючившись. В процессе дня из-за того, что вы привыкли сидеть в сгорбленной позе с перекошенным одним плечом, либо, может быть, какой-то стресс вызвал определенные спазмы в некоторых мышцах спины. Мышц в теле человека около 700. И у каждого, кстати, это количество отличается. В зале мы можем прокачать только самые основные, самые крупные группы мышц. И делаем, конечно же, мы это не каждый день. А вот мелкие мышцы бывает, что подвержены некоторым спазмам из-за стрессов и из-за однообразия действий в нашем образе жизни. И если вы ловите большое количество мелких спазмов, то есть спазм — это когда мышца напрягается или не может расслабиться. Если вы ловите большое количество этих спазмов, то ухудшается кровоток в этом месте, могут ухудшаться функции некоторых органов. И если долгое время не снимать эти спазмы, то вы чувствуете себя объективно паршиво. И бывает так, что вы правильно питаетесь, вроде бы соблюдаете режим, спите по 8 часов, но качество сна не то. А если качество сна не то, то вы недовосстанавливаетесь, и вот вам паршиво, и не знаете, что делать. Именно поэтому массажи обрели столь большую популярность. Есть люди, которые на них подсели. То есть их образ жизни способствует появлению вот этих спазмов в большом количестве, и когда они регулярно снимают эти спазмы при помощи рук массажиста, то как бы все хорошо. Сон на твердой поверхности – это в некотором роде альтернатива массажам, которая, возможно, вам уже не понадобится. И вот когда мы ложимся на мягкий диван, на мягкую кровать, мы можем уложиться в любом состоянии, и наша кровать, наш мягкий диван примет это состояние. То есть скрючившись, сгорбившись, перекосившись. И особенно тем людям, которые не занимаются никаким спортом, никакой физкультурой, не делают элементарную разминку всего тела с утра. Если вы этого регулярно не делаете и никаких тренировок, то эти спазмы живут с вами вечно. Их количество только нарастает. На мягкой кровати вы можете вечером уложиться в позу трупа, то есть лежа на спине, и до утра проспать так, не перевернувшись ни разу, либо, может быть, 1-2 раза. Если же спать на твердой поверхности, то вы будете крутиться постоянно, потому что некоторые участки вашего тела сдавливаются немного сильнее, и нужно их менять. Нужно постоянно выкручиваться так, чтобы никакие кости, никакие выпуклости вашего тела не давили в твердую поверхность. Поэтому, когда вы спите на твердой поверхности, обязательно нужно крутиться, не стоит лежать в одной позе, и нужно учиться выбирать максимально комфортное положение. И вот в попытках выбрать максимально комфортное положение вы все-таки находите эти комфортные положения и снимаете спазмы за счет того, что вы крутитесь много раз. Я вспомнил об этой фишке буквально 2 недели назад. И с тех пор я стал спать в среднем на 1-2 часа меньше, чем обычно. У меня очень активные дни, последнее время довольно много стрессов. И, конечно же, все это отражается на нашем общем состоянии. Когда я начал спать на твердой поверхности, то я стал восстанавливаться резко лучше. И это фишка, которую я буду использовать долго. В принципе, не обязательно спать на твердой поверхности постоянно. Вы можете попробовать это сделать неделю. Неделю за 1-2 дня вы можете ничего не почувствовать. Но я, правда, почувствовал с первого дня. Вы можете поделать это неделю. И дальше после недели уже можно делать какие-то выводы, насколько это хорошо для вас работает. Потому что с 1-2 попыток вы можете не оценить крутость этой фишки. Как нужно спать на твердой поверхности и насколько твердую поверхность нужно выбирать? Можно использовать специальный фитнес-пол.
Продается он в спортивных магазинах. Есть такие специальные пазлы, которые складываются. Я когда-то использовал такой. Сейчас я использую два туристических каремата, которые сложены определенным образом. Ваша поверхность, на которой вы спите, должна быть не слишком жесткой, не слишком мягкой. То есть нужно также учитывать, что пол может быть весьма холодным, и поэтому, то есть когда я говорю спать на твердой поверхности, это не значит, что нужно спать на полу, а в идеале использовать для этого нужно либо специальный фитнес-пол, если вы собираетесь делать это постоянно, можно купить такой специальный фитнес-пол, можно использовать туристические карематы. Толщина там должна быть не менее 1 сантиметра. Если использовать фитнес-коврик, они, как правило, очень тонкие, и для этого они вам не подойдут. Ну, либо же можно погуглить и узнать, какие решения есть на этот счет. Сон на твердой поверхности – это довольно-таки древняя тема, и важно, чтобы это было не слишком твердое и не слишком мягкое. То есть минимальный запас мягкости на полу должен быть. У меня толщина покрытия вот этой мягкой поверхности составляет 1 сантиметр. Дальше укладывается простынь, дальше укладывается одеяло. Очень важно, чтобы вам спать было тепло. Подушку использовать тоже обязательно. Есть энтузиасты-специалисты, которые советуют спать без подушки. Лично я скажу, что без подушки спать дико неудобно, и вы всегда не высыпаете. А в горные походы мы всегда брали с собой подушки. При том, что каждая лишняя вещь и каждый лишний килограмм очень сильно ощущается, все же мы брали с собой небольшие подушки, небольших габаритов, не жалея места в рюкзаке, потому что это повышает эффективность сна, а значит будет больше сил, больше энергии и больше положительных впечатлений мы сможем получить от данного похода. И эта фишка всегда себя оправдывала, поэтому используйте подушки при сне на твердой поверхности. Но еще обязательно проветривайте свое помещение утром и вечером и выпивайте стакан воды перед сном и утром сразу после сна. Если вы попробуете поспать на твердой поверхности и будете жаловаться, что у вас там надавилась какая-то часть спины и у вас болит спина, потому что был слишком жесткий матрас, это свидетельствует о том, что вы просто спите как бревно. Вы не умеете переворачиваться, не умеете подстраивать свое тело под имеющуюся поверхность, и это нужно научиться делать. Повторюсь, фишка сна на твердой поверхности именно в том, что вы снимаете спазмы за счет того, что тело приходится выворачивать в самых разных положениях. И чтобы снять мышечный спазм, есть два приема. Нужно мышцу либо растянуть, либо максимально напрячь, и потом она сама уже расслабляет. То есть в данном случае мы используем такое вот растягивание. По этой же причине люди так любят растягивание, то есть порастягивав свое тело, вы сразу же чувствуете легкость, какие-то старые проблемы куда-то ушли, мир кажется более ярким, солнечным и цветочным. Это просто потому, что вы сняли из своего тела огромное количество мышечных спазмов. Поэтому пробуйте спать на твердой поверхности. Это всегда дает классный результат, если правильно делать. Если вы не получили хорошего результата, значит вы делаете явно что-то не так. Использовать это можно постоянно, либо периодически, 1-2 раза в неделю. Если вы используете это периодически, я рекомендую купить вам спальный мешок и туристический каремат. Вы можете располагаться где-то на балконе, либо где у вас есть свободное место дома. Это удобно, практично, то есть залез в спальный мешок, вам идеально тепло. Положил подушку под голову, лег на каремат. На этом все. Если у вас появятся вопросы, задавайте их в комментариях. До новых встреч!